В Москве вновь огромная очередь у филиала Третьяковки на Крымском валу. Там сегодня предпоследний день работы выставки картин Валентина Серова, которая вызвала небывалый ажиотаж. Люди, несмотря на мороз, начали собираться еще рано утром. И похоже, что в ближайшие часы их количество побьет все рекорды. Мы специально прилетели на самолете вчера, чтобы попасть на эту выставку. Мы из архитектурной академии ЕФУ и очень любим Серова. Ну, интересуемся искусством и, конечно, Серовым. Да. Хотим посмотреть все редкие картины, которые еще не были нигде представлены. Всего за время выставки с осени ее посетили 400 тысяч человек. Особенно много людей приходило в последние дни. В минувший четверг напора желающих даже не выдержала стеклянная дверь. Впрочем, в музее заверили, сегодня и завтра выставка будет работать до последнего посетителя. Чтобы людям было полегче стоять в очереди, на Крымском валу развернуты пункты обогрева, будет работать полевая кухня.